Новые мусоровозы и спецтехника РТ Инвест вышли на маршруты в Дмитровском городском округе в этом году. Компания сегодня единственный перевозчик отходов в нашем муниципалитете, и для качественного обслуживания такой обширной территории дирекция РТ Инвест решила существенно расширить местный автопарк компании. Да, на данной площадке как раз мы видим, что основная проблема работы в крупных городах – это запаркованность контейнерных площадок, и наши мусоровозы с большим трудом пробираются к контейнерным площадкам для того, чтобы произвести вывоз мусора. А многих жильцов, конечно, это не устраивает, но часть ложится на вину именно жильцов, потому что стоят автомобили и проезд затруднен. Хотелось бы призвать всех относиться с пониманием и оставлять место для проезда наших мусорных машин. Автопарк компании «РТ Инвест» уже пополнился и маневренными мусоровозами, емкость которых составляет всего 8 кубических метров. Они позволяют вывозить отходы в ситуации сильной запаркованности контейнерных площадок. Осложнение ситуации также происходит зимой из-за навалов снега. Новая спецтехника тестируется в Домодедово, Химках и Одинцово, где отходы собирают 5 новых мусоровозов. Появление таких маневренных мусоровозов в Дмитровском округе ожидается уже в этом году. Строительные отходы также являются проблемой регионального оператора по вывозу, потому что мы вывозим только крупногабаритные отходы и ТКО, так называемые пищевые отходы. Часто люди делают ремонт, не заказывают контейнер, бункер под вывоз строительных отходов, и на площадках оказываются строительные отходы, в том числе бетонные перекрытия какие-то, плитка, тяжелые. Часто мы не можем даже поднять эти бункера, потому что там вес больше 10 тонн в бункерах. И какая судьба этих отходов? Администрация делает заявки на вывоз строительных отходов с другими возчиками, иногда это через нас. Но это за счет бюджета, да? Да, за счет городского бюджета все это получается, и за счет договора на специальные строительные отходы. С 1 января текущего года автопарк РТ Инвест вырос до 500 машин, а в течение года его пополнят еще 170 автомобилей. В зоне Сергиево-Посадского регионального оператора работает 55 новых мусоровозов, 18 из которых функционируют по маршрутам в Дмитровском городском округе. Мы оснастили практически все контейнерные площадки. Сейчас мы выставили с начала этого года и в конце порядка 120 баков новых для раздельного сбора отходов и серые, и синие. Плюс администрация установила там порядка тоже 80 новых контейнерных площадок, в том числе это и города. И очень много установили еще в частном секторе. Это в нашем округе, да. То есть порядка 100 новых площадок было установлено на территории Дмитровского городского округа. В основном это деревни, да? Да, это частный сектор. Потому что, в принципе, площадки МКД уже были оснащены, и мы только поменяли баки металлические на современные пластиковые 1-1 куба. Какие планы? Планы довести это все до идеала, чтобы у людей не было жалоб на работу регионального оператора, вывозить отходы и, конечно, в дальнейшем их перерабатывать.